Камчатские врачи рассказали, как ведется борьба с коронавирусом в больницах полуострова. Глава Камчатки в режиме онлайн пообщался с руководителями крупнейших учреждений здравоохранения края. Для меня крайне важно быть на прямой связи с вами и с первых уст узнать, как обстоят дела в учреждениях, в чем вы видите основные сложности, какие основные проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. И самое главное, чем мы со стороны правительства края можем вам помочь. Это наша главная задача – помогать врачам. Вы находитесь на передовой. Глава региона дал поручение по острым темам, которые озвучили медики. В первую очередь в разы увеличить поставки тестов на коронавирус на полуостров, в том числе экспресс-тестов для проверки самих медработников, а также оптимизировать сроки проведения лабораторных исследований на COVID-19 с тем, чтобы результаты можно было получать в более сжатые сроки. Ключевой, наверное, момент по тестам. Из сегодняшнего разговора с коллегами, с руководителями наших учреждений видно, что проблема, безусловно, крайне острая. Я знаю, что вы неоднократно с лабораториями собирались, и Роман Сергеевич Василевский собирал, но просто ее острота, давайте, она требует, чтобы я тоже в нее лично вот прямо по маршрутам погрузился. Давайте с вами сядем при необходимости вместе с Ждановой или с кем-то из ее лабораторий. И нарисуем все потоки и посмотрим, как мы можем их оптимизировать. И как мы здесь... Просто налицо все равно, я слышу коллег, прям в каждом же выступлении это звучит. Вот, поэтому нам, безусловно, нужно этот вопрос как-то отрегулировать. Так же, как и сообщение результатов. Может быть, вот в части сообщения результатов, может быть, внутри какие-то в лабораториях процессы оптимизировать. Вот, но двигаться по здесь ускорению нам, безусловно, нужно. Также Владимир Солодов заверил, что продолжит привлекать на полуостров дополнительные медицинские силы. И с точки зрения кадров я попрошу вас подготовить предложение по тому, как мы видим здесь систему и закрепление тех, кто к нам сейчас приезжает. Вот, ну и в целом усиление этой работы. Возможно... Все-таки выделение отдельной какой-то группы сейчас у нас сотрудников, которые будут заниматься целенаправленно, во-первых, отработкой тех, кто самостоятельно уже желание изъявляет, то, что вы говорите, а второе, продолжать активно искать людей по регионам. Вот, что называется, заниматься хедхантингом, искать людей и их к нам привлекать. В Рио губернатор Камчатки отметил, что продолжается работа по наращиванию конечного фонда, используя все возможности медицинских учреждений.